Здравствуйте, меня зовут Зоя. Вы находитесь на канале Астроаналитика. Астро, потому что я люблю астрологию. Аналитика, потому что мы будем анализировать жизнь известных людей в призме их знаков зодиака. На мой взгляд, абсолютно не бывает плохого или хорошего знака. Бывают неудачные комбинации. И бывают комбинации, которые дают прогресс друг другу, бывают комбинации, которые противопоказаны друг другу. И это очень легко проследить на примере жизни известных людей. Потому что сегодня, например, мы будем рассматривать жизнь Пабло Пикассо. Он известен всему миру почти как «Синяя борода». Потому что он прожил 91 год, у него было как минимум 7 женщин, и из них практически все погибли, буквально положив свою жизнь, став его музами и очень плохо закончив. Но был ли он в этом виноват? И был ли виноват в этом только он? И виноват ли в этом кто-либо вообще? На мой взгляд, абсолютно никто не виноват. Мы все рождены под своим знаком зодиака. Он во многом определяет нашу судьбу, поступки, выбор, пристрастия и так далее. Так вот, Пабло Пикассо – это мужчина-скорпион. Что мы знаем конкретно о Пабло Пикассо? О нем можно сказать, что, во-первых, это мужчина, который супер-мачо. Он мужчина из мужчин. Женщины не могли противостоять его магнетизму. И это совершенно обосновано, потому что он рожден под знаком Скорпион. Это может быть наиболее сексуальный знак, потому что он обладает всем. Он имеет мужественный характер. У него магнетический взгляд. Он трудоголик. Он талантлив во многих аспектах. Он суперсексуален, он психологичен, он может проникнуть в суть любой женщины, и, между прочим, это его как бы врожденное хобби. Он гениален, в том, что он безостановочно творит, и это делает мужчину мужчиной. Мужчина, который может что-то создавать и который увлечен, зафокусирован на своей работе, как правило, достигает больших успехов. И Пабло Пикассо один из них. Я вам расскажу о 7 его женщинах и о их знаках зодиака и о сочетаниях его знака со знаками этих женщин. Пабло Пикассо не оставил нам дневников, но он рисовал своих женщин, это были его музы. И через его творчество мы очень легко проследим, что он о них думал, потому что он зачастую не изображал объект, как он есть на самом деле, а именно выражал свои эмоции по отношению к той или иной женщине. Это будет очень увлекательно, давайте посмотрим. Портрет Фердинанда Оливье. Именно ей было суждено закончить грустный голубой период творчества Пикассо и стать музой для его нового розового периода. Посмотрите, какая она изысканно красивая. Она близнец. Видите, сколько выражения ее лица от Анджелины Джоли, например. Как я уже говорила, Пикассо был прекрасный психолог, и с каждой женщиной он знакомился как-то по-особенному, он как-то чувствовал, что им нужно. Вот, например, с ней он познакомился, она выходила из мастерской художника в богемном районе Парижа. Он с ней столкнулся, это был дождливый день, а до этого он подобрал бездомного котенка и не знал, куда его приткнуть. И вот первое, что он сделал, он сунул в руки ей этого котенка. Они радостно засмеялись, после этого уже жили вместе через неделю и не расставались еще 7 лет. Посмотрите, как он ее пишет. Во-первых, сразу изменились краски. И
просто на этой картине как минимум святая. Эта картина называется «Фернандо с хлебами». Судя по всему, бедность была, конечно, у него тяжелая в тот период. И, видимо, все-таки ей было легче заработать деньги, она была натурщица, еще и прачка. И, видимо, она его подкармливала какой-то период, и поэтому вызывала вот такие вот у него чувства благодарности. Посмотрите, какая она нежная на этой картине. Это, видимо, она как бы на работе, она натурщица, видите. Другая девушка, которая явно выглядит топорно против такой богини, как Фернандо изображена, она ей зеркало подносит. Посмотрите, какое нежное лицо, ну, нежная золотая нимфа, вот такой он ее видит в тот период. Посмотрите, какие эмоции она у него вызывает, она просто фея на этой картине. Посмотрите, какой фон, как это все нежно, изысканно и волшебно. А эта картина называется «Фердинанд в ночной сорочке». Посмотрите, какая точеная внешность, как он подчеркивает вздернутость во всем, изысканность. Она поразила его воображение, потому что район был бедный, в общем, мещанский. И для этого района она просто была изысканной красоты и элегантности, даже аристократичности, что, в общем, конечно, присуще женщинам-близнецам. Они веселые спутники, они легкие, они красивые, они задорные. Именно она изображена на картине такой знаменитой, как «Девочка на шаре». И сейчас я вам покажу. На этой картине вот абсолютно точно показано, что из себя является близнец, а что из себя является скорпион. Посмотрите. Во-первых, общий вид. Она балансирует на шаре, а он сидит как бы отстраненно, но с другой стороны он всегда готов ее подхватить. А если представить, например, что ее нету на картине, то тогда он выглядит крайне одиноким. А теперь посмотрим ближе на их лица. Видите, она хоть и балансирует, но ей весело и легко. Она не парится по этому поводу. А он в думах, он все время как бы на стреме и озабочен, то есть... Он относится ко всему значительно драматичнее и серьезнее, чем близнец. И в этом во многом у них есть разногласия. Скорпион, конечно, очень ревнивый знак. И что произошло? Она считается, что она имела ребенка. Она, в общем, когда с ним познакомилась, они ровесники. Даже она его постарше, получается, на полгода. И, кстати, он шутил, представлял ее друзьям, говорил, что хорошая девушка, правда, немного староватая. Так вот, она уже успела побывать замужем, там какая-то была уже бурная история. И даже якобы был ребенок, которого она тоже неизвестно где оставила. А он ревновал ее, Пикассо, запретил ей заниматься, во-первых, работой, то есть позировать ей было запрещено, так он так опасался, что она все равно куда-то убежит, а близнец, в общем, способен куда-то бежать, то он ее запирал, иногда просто сутками, а даже иногда и на неделю один раз закрыл. Тогда она решает со скуки, что не взять ли ей ребенка с приюта. И она берет с приюта соседнего девочку, но уже вот в таком вот взрослом возрасте, то есть не младенца, а уже так лет 7 девочку. И у нее с ней не складываются отношения, то ли ее тяготит эта роль материнства. И вот что происходит следующее. Вот не менее известная картина, чем его «Девочка на шаре», называется «Семья комедиантов». А давайте теперь рассмотрим подетально эту всю картину и поймем, что произошло. На самом деле Фернандо
в один прекрасный или ужасный день просто отказалась от этой девочки и велела ее вернуть в приют самым жестоким образом. Он был в ужасе, и ему пришлось вести эту девочку в приют. То есть на самом деле он поручил это другу, но на картине изображено так, что если бы это он вел эту девочку сам. Ну, во-первых, посмотрите на позу этого ребенка в отчаянии. То есть она в отчаянии. Двое мужчин решают ее судьбу. У самого главного Арлекина, который держит ее за руку, видите, вторая рука за спиной, то есть он как бы устраняется что-либо делать, то есть он, в общем, покорен воле и решению этой Фернанды. Второй клоун, с которым он беседует, тоже в шоке, то есть мужчины озабочены. Сама Фернанда сидит с явно отсутствующим видом, говорящим, что мне все равно. Ну вот, и самое интересное, вот что я вам хочу показать. Обратите внимание на эту руку. Руки потом будут очень много показывать в его картинах. Видите, такая какая-то хищная рука такая, как вот, я не знаю, в общем, ведьма своего рода. Теперь посмотрите на этих мальчиков. Они на нее смотрят явно осуждающе. А теперь обратите внимание на лицо младшего мальчика и на Фердинанду. Вы видите, что они очень похожи. Я думаю, что он намекает, что это как бы ею когда-то другой брошенный ребенок, ее же собственный сын, вот так вот смотрит на это холодное сердце, которое может вот так отринуть и своего, и чужого ребенка. И я думаю, что само название картины, как он назвал ее, «Семья комедиантов», уже высказывала его как бы мнение по этому поводу. А вот с этой картины, на которой опять-таки изображена Фернанда, в общем-то началось начало финансовой империи Пикассо, потому что именно эту картину купила Гертруда Штайн. О ней я расскажу чуть позже, но хочу добавить, что близнец рожден под планетой Меркурий, так же, как и Дева. И именно эти два знака способны приносить деньги другим, потому что Меркурий – это планета финансового успеха. Так вот, это Гертруда Штайн. Кто она такая? Она американский писатель, поэт, сценарист и собиратель коллекции искусства. Если бы не она, то мне кажется, что не было бы и Пикассо. По крайней мере, мы о нем не знали бы, и, может, никогда и не узнали бы. Гертруда Штайн, она водолей. Она родилась в 1974 году, 3 февраля. Приехав в Париж, она основала арт-салон. И покупая, одобряя и признавая работы художников, которые ее заинтересовали, она тем самым давала им старт, а впоследствии имя и состоятельность. И она действительно открыла миру многих талантливых художников, в частности Пикассо, а также Матисса, Ренуар. Она была водолей. И, как всегда, этот знак сильно опережает свое время. Представьте себе, она писала новеллы о лесбийской романтике. Мало того, облекая это все еще и в форму словесного кубизма и сюрреализма. Но зато ее прекрасно понимал не менее высокодуховный и прогрессивный Скорпион, то есть Пикассо. Они прекрасно поняли друг друга. Она одобрила его кубизм, сюрреализм. Мало того, сама даже увлеклась всем этим. Они дружили всю жизнь и переписывались. Он ей очень доверял. Он написал ее портрет. Вот он за ней. Он долго мучился над этим портретом. Обычно он писал всех по памяти, ну, если это не его муза. А тут ей пришлось ходить к нему позировать 80 раз, только вдумайтесь. Почему? Потому что он не мог
проникнуть, будучи скорпионом, который может проникнуть в любую душу, вот в душу Водолея он так сразу не проник. Но все-таки он смог это сделать. И написал нам этот портрет Водолея, который как бы смотрит вовнутрь себя, а внутри у него как бы идеи о будущем, которые пока видны только... Эх, посмотрите, какие глаза, вы видите, какой это взгляд? Это именно взгляд вовнутрь. Вот он гений. Один талант понял другой талант. Это картина Матисса. Называется она «Радость жизни». Эту картину он как раз, Пикассо, увидел в салоне у Гертруды Штайн. И эта картина вызывала у всех бурный восторг. Матисс купался в лучах славы и признания. Ну, действительно, как бы плотская радость, слияние с природой и очень позитивная картина. Матисс, он был телец по знаку. И как телец, конечно, это знак, который любит все земное, все, что присуще этой планете. И краски подчеркивают просто радость бытия. И все соответствует этой картине. А теперь я вам покажу, чем на эту картину ответил Пикассо и чем он страшно возмутил Матисса. И почему это с ним так случилось? Потому что его Фернандо уже, в общем, ему изрядно поднадоело к тому периоду. И поднадоело именно тем, что он не чувствовал себя уверенным и не чувствовал, что все эти их отношения надежны по той простой причине, что, будучи как бы близнецом, она постоянно давала ему поводы для ревности, если не явные, то, по крайней мере, косвенные. А со Скорпионом это, конечно, делать не стоит. Вот эту картину, которая называется «Авиньонские девицы», на самом деле она сначала называлась просто «Бордель Авиньона». Вот этой картиной он отвечает на картину Матисса «Радость жизни». Как видите, тоже вроде бы голые женщины. Эта картина ужаснула всех, кто их увидел первый раз. Потом Пикассо долго приписывали, что якобы эти страшные лица, маски у женщин, это якобы оказало на него влияние посещение музея африканских масок и так далее, тому подобное. Мое предположение по этому поводу совсем-совсем другое, потому что давайте посмотрим на эти лица, запомните эти лица. Во-первых, это как бы разнузданная вроде бы вакханалия. Но делают ли это сами эти женщины? Нет. Они явно выполняют как бы чью-то волю, чей-то приказ. Так вот, запомните лицо этих женщин, я вам сейчас кое-что покажу. Вот, видите, это автопортрет Пикассо того периода. Вы видите, какое сходство? Сейчас еще покажу. А вот еще один его автопортрет того периода. Запоминайте черты. А теперь опять видите лица этих женщин. Я уверена, что почему еще это так возмутило общественность, ну даже не общественность, а именно мужчин, его друзей. Потому что, мне кажется, они поняли, что он хочет этим сказать, но это было уже как бы слишком, видимо, в их понимании. А я думаю, что он в этот момент окончательно потерял как бы уважение к женщине. И он понял, что он есть тот человек, который может именно навязать свою волю. И что вот все стоящие перед ним, это, в общем-то, просто есть отражение его воли. А эти женщины своей воли уже не имеют, а только уже являются зомби, которыми он их назначил. И зомби любой его
как бы, может быть, самой темной, притемной сути. 2 года длился розовый период у Пикассо, и этот период как бы обозначал его страстную любовь к Фернанде, которая потом стала, естественно, угасать. Может быть, она и сама, конечно, дала много поводов для этого. Но как бы после знакомства со Штайн его дела идут очень сильно в гору, и он действительно получает огромный заказ, получает огромную сумму денег по тем временам, как бы 2000 марок, они переезжают в богатый район, в богатую квартиру, и он едет с ней в путешествие в Испанию. В Испании она всем очень нравится, и они восхищены и им, и его спутницей. Он как бы очень доволен, потому что он на коне, он добился, он, уехав из Испании в Париж, все-таки добился своего, стал известным и как бы уже довольно состоятельным. И он рисует, например, в этой поездке картину, это называется «Гарем». Все девушки на этой картине, это тоже, естественно, Фернанда изображена. А сидящий мужчина внизу – это он. Но посмотрите, что здесь происходит. Он как бы смотрит на нее со стороны. Это не взгляд любящего мужчину на свою женщину. Он смотрит как бы на женщину всех. То есть, видимо, к этому периоду у него уже сформировалось окончательно вот такое мнение о Фернанде, как, в общем-то, о ненадежной, не очень верной подруге. Вот так. А это портрет, да, вы никогда не догадаетесь, но это тоже портрет Фернанды Оливье. Она выполнена в манере кубизма. И что произошло? Они прожили вместе 7 лет. Чувства его к ней угасали. Он даже уже успел познакомиться с одной девушкой, Евой Гоэль. Фернанда, желая разжечь его чувства, как всегда, решила воспользоваться одним и тем же излюбленным методом. Она просто на несколько дней убежала погулять с его другом. И думала, что это, как всегда, распалит его страсти. А оказалось все наоборот. Он очень обозлился, одновременно с облегчением вздохнув, больше никогда не продолжал с ней никакие отношения. Он ушел от нее, и они с новой девушкой, с Евой Гуэль, уехали в путешествие по Европе. При этом он забрал всех животных, которые с Фернандой у них были. Там были обезьянки, белые мыши и собаки. В общем, я думаю, что всем этим он выражал, что я не могу оставить даже их на такого ненадежного человека, как ты. И вот он рисует этот портрет, видите, в каких-то кирпичных тонах. В общем, я бы сказала, цвета меди. А медь, в общем-то, дешевый металл. И вот с таким каким-то вредным выражением лица и при этом явно сильно располневшим. В заключение хочу сказать свой вывод по поводу сочетания знаков Близнеца и Скорпиона. Плюсы и минусы. Плюсы то, что Близнец – это легкий сексуальный знак, хороший друг, одновременно он коммуникабельный и обладает обширными знакомствами. А знакомства Пикассо были нужны. Он был чужой в этом городе, а она была все-таки парижанка. И она его, конечно, познакомила со многими нужными ему людьми. Она не была любительницей ведения там домашнего хозяйства, а Скорпион – это мужчина-домостроевец. Ему, конечно, этого хотелось. В силу своей молодости он еще не понимал, что ему это необходимо. Но как только он достиг материального положения, он оставил эту женщину за спиной и ушел к той, которая как раз ему смогла предоставить такой семейный уют.
На самом деле он как мужчина, такой лидер, он, конечно, в идеале хотел иметь женщину, которая полностью посвятит себя ему. Но для этого он долго-долго шел и перебрал массу знаков зодиака, пока наконец не нашел ту единственную. Он ее найдет, но до этого будет множество еще других знаков по ходу, так сказать, его жизни. Вот все мы их рассмотрим. По поводу вот близнеца, от близнеца Скорпиону хорошо иметь знакомство, и плюс близнец, который рожден под Меркурием, приносит Скорпиону как бы деньги и связи. А самого Скорпиона близнецу все-таки приходится по-своему терпеть или подстраиваться под него. То есть такого слияния стопроцентного у этих знаков нет.